Итак, завтрак. Я уже говорила, что на завтрак я собираюсь есть кабачки, жареные, обжаренные. Вообще, я очень люблю кабачки в кляре, но, конечно же, не могу себе этого позволить, поэтому они у меня будут такие сухенькие. На сковородке уже есть масло, но там какое очень маленькое количество. Вообще, конечно, это просто на совесть. Кто-то может быть вообще на сухой сковороде. В общем, сковорода с маслом, масло нагрето. Кабачков я нарезала ровно столько, чтобы поместила сковороду и посыпала специями. Вообще, я люблю все пикантное, и особенно, когда я ем сильно диетическую еду, я стараюсь сделать ее какой-то остренькой, ну так, чтобы было, чувствовалось какое-то разнообразие в рационе. В общем, выкладываю я горячее масло на горячую разогретую полностью сковороду, свои кабачки. И я еще очень люблю соевый соус, так как я ничего пока не солила, я могу себе позволить на каждый кабачок слегка-слегка побрызгать соевым соусом. Но вот как-то я подумала, что, наверное, 5 кружочков кабачка мне будет маловато, и решила приготовить яйцо, так как я предпочитаю его готовить. Сейчас я вам быстренько покажу. Вообще, это, конечно, вообще не секрет абсолютно никакой. Яйцо пашот, это знают все, что это такое. Но многие почему-то редко используют этот фокус-покус. В чем фокус? Я имею в виду то, что яйцо очень быстро варится, когда оно без скорлупы. Вы с легкостью понимаете, готово оно или нет, в смятку оно или вкрутую. Вам не нужно его потом охлаждать, вам не нужно чистить. В общем, я очень люблю яйца готовить без скорлупы. Значит, у меня кошечек с водой. Ай-яй-яй-яй! Вода уже кипит. Я сейчас сделаю ее чуть поменьше. Не нужно, чтобы она прям так сильно бурлила, а то она очень сильно разбередит яйцо. В эту воду добавляется немного уксуса. Не эссенции, а 9%. Я 1,5 колпачка добавляю. Подсаливаем немного воду. Беру одно яйцо. И аккуратно разбиваю его в воду. Конечно, у вас сразу поползут какие-то такие маленькие облачка белка по воде, но ничего страшного. В целом, вы можете, если вы видите, что оно как-то хочет расползтись, чуть-чуть лопаткой его так приводить в чувство. Это очень удобный способ, если мне нужно очень быстро приготовить, я не знаю, даже вплоть до того, что мясной салат, чтобы не терять время на варке и чистке яиц, я варю яйца без скорлупы. Попробуйте. Немного сноровки, и у вас все получится.